Лекция по дисциплине биофизика. Тема лекции – физические принципы устройств оптических приборов и их использование в медико-биологических исследованиях. Целью лекции является описание механизмов и количественная оценка параметров взаимодействия электромагнитного излучения оптического диапазона с веществами для обоснования выбора оптических методов исследования биологических объектов. Задачи лекции следующие. Изучение номенклатуры параметров и основных законов раздела физики оптика, описание физических аспектов взаимодействия электромагнитного излучения оптического диапазона с веществами и описание физических методов и устройств для исследования биологических объектов с использованием электромагнитного излучения оптического диапазона. В соответствии с целями и задачами, вопросы, которые будут рассмотрены на лекции, перечислены на этом слайде. Вначале мы сделаем короткий обзор основных параметров и законов раздела физики оптика. Затем рассмотрим физические модели описания взаимодействия оптического излучения с веществом и физические принципы инструментальных методов исследования биологических объектов с использованием оптического излучения. В заключении будут представлены выводы и рекомендация информационных источников. Для описания физических аспектов взаимодействия электромагнитного излучения оптического диапазона с веществами и оптических методов медико-биологических исследований необходим обзор номенклатуры основных параметров и законов раздела физики оптика. Установлено, что заряженные частицы или тела в окружающем их пространстве создают электрическое поле. Электрическое поле – это особый вид материи, посредством которой осуществляется силовое взаимодействие между заряженными частицами или телами. Силовой характеристикой электрического поля является напряженность. Это векторная величина, равная отношению силы, действующей в данной точке поля на точечный заряд, к величине этого заряда. Энергетической характеристикой электрического поля в какой-либо его точке является потенциал. Скалярная величина, равная отношению потенциальной энергии точечного положительного заряда в данной точке поля к величине этого заряда. Точечный электрический заряд, совершающий гармонические колебания, создает в окружающем пространстве электрическое поле, вектор напряженности которого также изменяет направление и величину с течением времени, то есть совершает гармонические колебания. Изменяющееся электрическое поле является источником переменного магнитного поля. Электрическое и магнитное поля связаны непрерывным взаимным превращением и представляет собой различные проявления единого электромагнитного поля, которое находится в движении и переносит в пространстве энергию. Взаимная связь выражена следующими зависимостями, которые следует рассматривать совместно. Изменение вектора напряженности электрического поля с течением времени и изменение вектора напряженности индукции магнитного поля с течением времени. И эта диаграмма показывает, что эту взаимную связь. Максвелл предположил, что электромагнитная энергия распространяется в пространстве в форме волны, образованной одновременно распространяющимися электрическим и магнитными полями. Физическая модель – электромагнитная волна. Электромагнитные волны поперечны, векторы напряженности электрического поля и индукции магнитного поля перпендикулярны друг другу и лежат в плоскости
перпендикулярны направлению распространения волны. Электромагнитные волны распространяются в веществе с конечной скоростью. Величина скорости распространения электромагнитной волны в веществе зависит от электрических и магнитных свойств среды. Характеристиками электромагнитной волны являются длина волны, которая связана со скоростью распространения волны и с частотой, с которой совершают колебания векторы напряженности электрического поля и индукции магнитного поля, выражены следующей аналитической формулой. Скорость электромагнитной волны в вакууме составляет 3 на 10 в восьмой степени метров в секунду. Распространение электромагнитных волн необходимо рассматривать как поток электромагнитной энергии. И в каждую единицу времени через единичный объем среды переносится энергия электрическим полем и магнитным полем, выраженная аналитически этими зависимостями. Если выделить площадку, ориентированную перпендикулярно направлению распространения волны, то за время наблюдения через площадку проходит определенное количество энергии. Плотностью потока или интенсивностью называют электромагнитную энергию, переносимую волной за единицу времени через поверхность единичной площадки. Интенсивность электромагнитной волны, векторная величина, направление вектора совпадает с направлением распространения волны. Этот вектор получил название вектор Пойтинга. То есть энергетической характеристикой электромагнитной волны, обозначающей суть этого процесса как перенесение энергии в пространстве, является интенсивность. Интенсивность – величина векторная. Электромагнитную энергию излучают электроны в атомах при переходе из состояния с большей энергией в состояние с меньшей энергией. Для описания распространения электромагнитной энергии в этом случае используют физическую модель фотон. К оптическому диапазону относят электромагнитные волны с длиной волны в пределах 10 во второй, 10 в четвертой степени нанометров. Оптический диапазон разделяют на три области – ультрафиолетовую, видимую и инфракрасную. Таким образом, мы с вами определились, что подразумевается под термином «оптическое излучение». Это электромагнитные волны в указанном диапазоне длин волн. Оптика – раздел физики, в котором изучаются явления и закономерности, связанные с возникновением, распространением и взаимодействием с веществом электромагнитной энергии. Оптика содержит две части в соответствии с двумя физическими моделями, которые используются для описания распространения и взаимодействия с веществом электромагнитной энергии. В геометрической оптике для описания этих явлений используют физическую модель световой луч. В волновой оптике физической моделью оптического излучения служит электромагнитная волна. Основной принцип оптических методов исследования состоит в использовании электромагнитного излучения, электромагнитных волн оптического диапазона частот для изучения состояния и процессов в веществах и объектах. Оптические приборы позволяют регистрировать
и измерять количественные параметры электромагнитной энергии излучения оптического диапазона частот, которые объективно определяют свойства и динамику процессов в объектах исследования. Рассмотрим физические модели описания взаимодействия оптического излучения с веществом. Изменение интенсивности и скорости распространения вещества позволяет описать и количественно оценить физическую модель электромагнитная волна. Изменение интенсивности и скорости распространения электромагнитной волны при прохождении слоя вещества происходит в результате взаимного воздействия электромагнитного поля волны и внутренних электромагнитных полей, которые создают электроны и ядра атомов вещества. Уменьшение интенсивности электромагнитной волны при прохождении слоя вещества обозначают термином поглощение. Уменьшение интенсивности и направления распространения электромагнитной волны при прохождении слоя вещества, которое содержит неоднородные частицы, обозначают термином рассеяние или эффект Тиндаль. Во всех процессах взаимодействия с веществами основную роль играет электрическое поле электромагнитной волны. Поэтому напряженность электрического поля называют световым вектором. Имеется ряд соображений в пользу того, что химические и биологические эффекты воздействия вещества, в частности, действия света на глаз, связаны в основном с электрической составляющей поля электромагнитной волны. И в этой связи вектор напряженности электрического поля электромагнитной волны называют световым вектором, а плоскость колебаний этого вектора – плоскостью колебаний световой волны. В любом источнике света волны излучаются миллиардами атомов, и их световые векторы расположены в самых разнообразных плоскостях, а колебания происходят в самых различных фазах. Поэтому плоскость колебаний светового вектора, результирующей волны, непрерывно изменяет свое положение в пространстве. Такой свет называют естественным или неполяризованным. При некоторых условиях, например, при прохождении света через кристаллы, можно получить свет, плоскость колебаний волны которого занимает постоянное положение в пространстве. Такой свет называют плоскополяризованным. Кристалл в этом случае служит поляризатором световой волны. Можно считать, что вследствие определенного расположения атомов и молекул в пространственной решетке кристалл пропускает только колебания светового вектора, происходящие в некоторой характерной для данной решетки плоскости. Эта плоскость и будет плоскостью колебаний поляризованного света. В 1809 году французский инженер Малюс открыл закон изменения интенсивности поляризованного света после прохождения поляризатора, в котором направление оптической оси составляет угол с направлением колебаний светового вектора. Интенсивность света, прошедшего через поляризатор, прямо пропорциональна произведению интенсивности падающего плоскополяризованного света и квадрату косинуса угла между плоскостью поляризации падающего света и оптической плоскостью поляризатора. Волновая теория света позволяет описать явления, которые ограничивают возможности оптических приборов для проведения медико-биологических исследований. Такими явлениями можно характеризовать в том числе и принципы устройства некоторых оптических приборов. В частности, интерференция света – это перераспределение интенсивности света в результате наложения суперпозиции нескольких когерентных световых волн.
Это явление сопровождается чередующимися в пространстве максимумами и минимумами интенсивности. Распределение интенсивности называется интерференционной картиной. Дифракция света называется совокупность явления, явлений, наблюдаемых при распространении света в среде с резкими неоднородностями. Например, вблизи границ непрозрачных или прозрачных тел, сквозь малые отверстия и связанных с отклонениями от закона геометрической оптики. Дифракция света приводит к огибанию световыми волнами препятствий и проникновению света в области геометрической тени. Дифракция света сопровождается интерференцией. Каждая точка любой воображаемой поверхности, окружающей один или несколько источников света, является центром вторичных световых волн, которые когерентны. И интенсивность света в любой точке пространства есть результат интерференции этих вторичных волн. Дифракционная картина – это система чередующихся светлых и темных колец, если препятствие – круг или отверстие. Если препятствие имеет линейный характер – щель, нить, край экрана, то на экране возникает система параллельных дифракционных полос. В геометрической оптике используют физическую модель света – световой луч, исходя из представлений о прямолинейном распространении света в однородных средах. Под световым лучом понимают линию, вдоль которой распространяется оптическое излучение. Законы геометрической оптики корректны в случае, когда длина световой волны намного меньше размеров препятствий на пути луча, то есть когда можно пренебречь дифракцией света на оптических неоднородностях. Физическая модель световой луч позволяет описать и количественно оценить изменение направления распространения оптического излучения на границе раздела разных сред. Две разновидности этого явления обозначают терминами отражение и преломление оптического излучения. В однородной среде свет распространяется прямолинейно. При попадании светового луча на плоскую, оптически гладкую поверхность, это означает, что размер неоднородности поверхности сравним с длиной волны. При попадании на такую поверхность оптическое излучение отражается под углом, равным углу падения относительно нормали, восставленной из отражающей точки. Нормаль, падающий и отраженные лучи всегда лежат в плоскости, в одной плоскости. Закон преломления устанавливает прохождение света во вторую однородную прозрачную среду, контактирующую с первой однородной прозрачной средой. При падении света на плоскую границу раздела двух прозрачных сред наблюдается изменение направления луча во второй среде по отношению к первой, называемое преломление. Нормаль, падающий и преломленные лучи всегда лежат в одной плоскости. Закон преломления Снеллиуса гласит, отношение синуса угла падения к синусу угла преломления есть величина постоянная, зависящая только от соотношения абсолютных показателей преломления сред. Абсолютным показателем или коэффициентом преломления среды является отношение скорости света в вакууме к скорости света в среде. Из закона Снеллиуса следует,
что при распространении из оптически более плотной среды в оптически менее плотную среду свет при определенном угле падения будет преломляться так, что угол преломления составит 90 градусов. Это означает, что свет при таком критическом угле падения не переходит во вторую среду, но лишь скользит вдоль границы раздела света. Это явление называется полным внутренним отражением. При этом критический угол падения называют предельным углом полного отражения. Явление полного внутреннего отражения лежит в основе волоконной оптики, раздела оптики, в котором рассматривается передача света по световодам. Волоконный световод представляет собой тонкую нить, волокно из оптически прозрачного материала. Это может быть стекло, например. Оболочка волокна имеет больший показатель преломления, чем сердцевина. Лучи, попавшие в световод под достаточно малыми углами к его оси, испытывают полное внутреннее отражение на поверхности раздела оболочка и сердцевина. И почти без потерь распространяются по сердцевине даже при изгибе волокна. Лишь значительные изгибы волокна приводят к существенным потерям в пределах 70% световой энергии. Поэтому световоды позволяют проводить свет на большие расстояния по криволинейным трассам. С целью достижения достаточной световой энергии для доставки к объекту и получения его изображения, отдельные волокна объединяются в пучки с регулярной укладкой. Устройства, в которых осуществляется передача света по световодам, называются общим термином волокна оптическими. В медицине световоды используются для освещения внутренних полостей в организме и для последующей передачи их изображения, которое формирует отраженный свет. Описание и количественная оценка оптических явлений с помощью рассмотренных моделей является научной основой разработки методов и устройств для проведения медико-биологических исследований. Рассмотрим некоторые из значительного разнообразия этих методов. Эндоскопия. Волоконно-оптические устройства используются в медицине для визуального исследования внутренних органов. Эта медицинская методика называется эндоскопия. Эндоскоп – это оптическое устройство, предназначенное для визуального осмотра полостей в труднодоступных местах. Медицинские эндоскопы применяются для исследования полых внутренних органов. Например, осуществляется диагностика пищеварительной системы, бронхов, мочевого пузыря, почек и ушных органов. Прибор вводится через естественное отверстие в полости тела или через незначительные хирургические надрезы. Эндоскоп состоит из рабочей части, которая непосредственно погружается в полость для исследования. На ее конце имеется головка с объективом или камерой для фиксации информации. Непогружаемая часть прибора имеет утолщенный корпус, оснащенный окуляром. На него выводится изображение с объектива. На корпусе также имеются кнопки управления, с помощью которых осуществляется направление головки для ее эффективного продвижения по тонким каналам организма. Из корпуса прибора, помимо погруженной части, выходит провод для подсоединения осветителя, обеспечивающего подсветку головки, что необходимо для фиксации изображения. Также на корпусе прибора у более совершенных моделей имеется кнопка для подачи физраствора и воздуха. Рабочая трубка, которая непосредственно погружается в объект исследования, состоит из внешней изоляции, оптической части, передающей изображение, системы регулировки головки,
реагирующий на движение кнопок управления, и канал для подачи физраствора и воздуха. Также бывают эндоскопы, которые имеют в трубке биопсийные щипцы. Они представляют собой зажимной механизм или ножницы, с помощью которых осуществляется перекрытие сосудов, обрезка тканей или взятие проб для анализа. Медицинские эндоскопы разделяют по цели применения – смотровые, операционные, биопсийные. Смотровой эндоскоп используется для изучения внутренних органов человека. Он вводится исключительно через естественное отверстие тела. На этом слайде вы видите иллюстрацию использования медицинского эндоскопа. Операционные эндоскопы имеют максимально адаптированную конструкцию для удобного ввода через хирургические разрезы во время проведения операции. С помощью подобного оборудования проводится предварительное исследование зоны операции. Биопсийные трубки не только обеспечивают визуальную передачу данных на объектив, но и позволяют взять образцы тканей исследуемого органа, перекрыть сосуды и делать надрезы. По типу зондов эндоскопы подразделяются на жесткие эндоскопы и гибкие эндоскопы. Жесткие эндоскопы еще называют оптической трубкой. Они состоят из осветительной системы и линз, которые увеличивают изображение, передавая его на окуляр. Диаметр такого оборудования составляет от 3 до 10 мм. Длина подобных устройств редко превышает 1 метр. Приборы имеют различный угол осмотра. Жесткая конструкция дает высокую разрешающую способность. Гибкие эндоскопы могут выгибаться в зависимости от канала, по которому запускаются в полость исследования. Передача данных в подобных устройствах осуществляется с помощью волоконной оптики. Гибкий эндоскоп намного тоньше. Его диаметр может составлять 2 мм и даже меньше. Обычно длина устройства не превышает 3 метров. По методам фиксации изображения эндоскопы классифицируются как фотоэндоскопы, телеэндоскопы, киноэндоскопы и проекционные. Телеэндоскопы, киноэндоскопы и проекционные эндоскопы позволяют передавать изображение в реальном времени на экран монитора. Благодаря этому движение головки видит не только доктор, но и его ассистенты. С помощью такого оборудования можно заметить мелкие отклонения в состоянии органов человека. Следующая методика с использованием оптического излучения, которая будет прокомментирована, это микроскопия. Человеческий глаз характеризуется определенным разрешением, то есть предельной разрешающей способностью, позволяющей разделять две точки наблюдаемого объекта. Для нормального глаза при удалении от объекта на расстояние наилучшего видения, что составляет 25 см, среднестатистическое нормальное разрешение составляет 0,176 мм. Размер микроорганизмов, большинство растительных и животных клеток, мелких кристаллов, детали микроструктуры металлов и сплавов и так далее значительно меньше этой величины. Увеличение разрешающей способности глаза достигается с помощью оптических приборов. При наблюдении мелких предметов применяют оптический микроскоп. Микроскоп применяют для получения больших увеличений при наблюдении мелких предметов. Увеличенное изображение предмета в микроскопе получается с помощью оптической системы, состоящей из двух короткофокусных линз – объектива и окуляра. Объектив создает действительное перевернутое
увеличенное изображение предмета. Это промежуточное изображение рассматривается глазом через окуляр, действие которого аналогично действию лупы. Окуляр располагают так, чтобы промежуточное изображение находилось в его фокальной плоскости. В этом случае лучи от каждой точки предмета распространяются после окуляра параллельным пучком. Общее увеличение микроскопа определяется как произведение увеличения объектива на увеличение окуляра. Микроскоп снабжается набором объективов и окуляров так, чтобы можно было получить самые различные увеличения. Качество микроскопа определяется не только его увеличением, но и разрешающей способностью, которая характеризуется наименьшим расстоянием между двумя точками рассматриваемого предмета, которые видны раздельно. Чем меньше это расстояние, тем больше разрешающая способность. Точки, расположенные на более близких расстояниях микроскопа, не разрешаются, то есть они видны как одна точка. Разрешающая способность микроскопа зависит от разрешающей способности объектива, ибо если две ближайшие точки видны в объективе как одна, то и в окуляре они не разделяются. Микроскоп обеспечивает большие увеличения и повышает разрешающую способность лишь до известного предела. Это связано с фактом, что становится необходимым учитывать волновые свойства света. Разрешающая способность микроскопа, как и любой другой оптической системы, подчиняется критерию Реле, который гласит, что две точки будут видны раздельно, если главный максимум в дифракционном изображении одной из них совпадает с первым минимумом в изображении другой. И наоборот. Фундаментальное ограничение заключается в невозможности получить при помощи электромагнитного излучения изображение объекта меньшего по размерам, чем длина волны этого излучения. На этом слайде приведена формула для вычисления наименьшего расстояния между двумя еще различимыми точками. Чем больше числовая апертура, тем более мелкие детали объекта исследования можно рассмотреть с помощью микроскопа. Анализ приведенной формулы позволил разработать способы увеличения разрешающей способности микроскопа. Использование света с меньшей длиной волны, например, ультрафиолетового диапазона длин волн, увеличение числовой апертуры, увеличение показателя преломления среды между предметом и объективом за счет использования иммерсии и увеличения апертурного угла. Иммерсия – это прозрачная жидкая среда в пространстве между объективом и покровным стеклом. В иммерсионных системах по сравнению с тождественными сухими системами получают больший апертурный угол, поскольку свет от предмета до объектива проходит по оптически однородной среде без отражения. Это значительно повышает яркость изображения, что весьма существенно для объективов с большим увеличением. В качестве иммерсии используют воду. Например, для каждой иммерсии специально рассчитывают объектив, и его можно применять только с данной иммерсией. Оптические микроскопы или световые используются для большинства клинических исследований. С помощью такого микроскопа можно различать микрочастицы до 0,2 микрометров, а максимальное увеличение микроскопа составляет 2000 крат. Современные тенденции в лабораторной микроскопии характеризуются повышенными требованиями к качеству исследований и лабораторной техники. Основные из этих требований следующие. Интеллектуализация оборудования, переход от субъективных наблюдений на объективные методы исследования, возможность дополнительных комплектаций и подключений к персональному компьютеру, эргономичность,
упрощение интерфейса, требующего высокой квалификации оператора в управлении, создание экономичных моделей. Выбор микроскопа определяется исследовательскими задачами. Современный уровень научных и клинических лабораторий требует оснащения профессиональными моделями специализированного класса с насадками и качественной оптической системой с универсальной возможностью использования разных методик и с видеофиксацией наблюдений. Возможность интеграции нескольких методик в одной модели позволяет получить максимально полную информацию с одного исследуемого объекта. Рассмотрим оптические методы определения концентрации растворов. Если на раствор падает оптическое излучение, то интенсивность прошедшего света будет меньше. Для большинства фотометрических исследований наиболее удобно выражать степень светопоглощения величиной оптическая плотность. Удобство применения именно этой функции обусловлено прямо пропорциональной зависимостью между оптической плотностью и концентрацией вещества. Степень поглощения зависит от толщины слоя вещества, через который проходит оптическое излучение. Закон Бугера-Ламберта устанавливает зависимость светопоглощения от толщины слоя вещества. После логарифмирования и несложного преобразования на основании этого закона получаем количественное выражение для оптической плотности. Ослабление интенсивности светового потока при прохождении через раствор, очевидно, зависит от количества поглощающих свет атомов или молекул на пути светового потока. Экспериментальное исследование зависимости оптической плотности раствора от концентрации поглощающих частиц привело Бера к выражению этой зависимости в аналитической форме, представленной данной формулой. Эпсилон – это малярный коэффициент светопоглощения, который зависит от свойств поглощающего вещества и численно равен оптической плотности 1 моля раствора при толщине слоя 1 сантиметр. Соотношение между зависимостями прошедшего через вещество оптического излучения и толщиной слоя вещества – называется законом Бугера-Ламберта-Бера. Существует несколько методов определения концентрации прозрачных растворов. Рассмотрим, в частности, метод калибровочного графика. Фотокалориметрия основана на поглощении веществом энергии в видимой области электромагнитного спектра длин волн от 400 до 800 нанометров. Содержание анализируемого вещества в пробе определяется по светопоглощению его окрашенного раствора. Для измерений в видимой области спектра применяется в частности однолучевой фотокалориметр КФК-2, представленный на этом слайде. Прибор позволяет измерять как пропускание, так и оптическую плотность в диапазоне длин волн от 315 до 980 нанометров. Источником излучения является лампа накаливания. Для монохроматизации излучения используются встроенные светофильтры. Измерения проводятся при помощи микроамперметра со шкалами, оцифрованными в единицах оптической плотности и коэффициентах пропускания соответственно. Инструментальная погрешность измерений составляет 1% при измерениях на длине волны, соответствующей максимуму поглощения. Анализируемый раствор
и раствор сравнения помещают в стеклянные кюветы, которые затем устанавливаются в кюветодержатель. Закон Богера-Ламберта-Бера будет выполняться только в определенном интервале концентрации и только для монохроматического излучения. Для окрашивания пробы слабо окрашенных растворов применяют специализированные материалы, в которых при взаимодействии с исследуемым веществом реакции сопровождаются образованием или разрушением светопоглощающих соединений. Основными реактивными веществами являются комплексообразователи. Большинство катионов металлов в водных растворах плохо поглощают световые лучи видимой области спектра, поэтому их путем химических реакций переводят в интенсивно окрашенные комплексы. В частности, для определения железа используют окрашенный в кроваво-красный цвет ферродонидный комплекс. Проводят фотометрирование стандартных растворов, начиная с самого разбавленного по шкале прибора, и определяют оптическую плотность этих растворов. По полученным значениям оптической плотности и концентрации растворов строят калибровочный график в зависимости, откладывая на оси абсцисс концентрацию, на оси ординат оптическую плотность раствора. Измерив оптическую плотность исследуемого раствора, по концентрации определяют из калибровочного графика. Фотометрическое определение содержания вещества используется в общем и биохимическом анализе крови, в общем анализе мочи для определения, например, содержания наркотических соединений. Указанным способом вычисляют концентрацию гемоглобина, билирубина, витаминов, минералов, общего белка и других. Созданы даже специальные приборы, портативный измеритель содержания гемоглобина или портативный измеритель содержания билирубина. Поляризованный свет применяется для исследования оптически анизотропных микроструктур, как в технике, так и в биологии. Он позволяет установить их строение и расположение, что во многих случаях не удается при исследованиях с использованием естественного света. Оптическая анизотропия наблюдается у мышечных соединительно-тканных коллагеновых и нервных волокон. Само название скелетных мышц поперечно-полосатые связано с различием оптических свойств отдельных участков мышечного волокна. При микроскопировании обычным способом в проходящем свете видно, что волокно состоит из правильно чередующихся более темных и более светлых участков вещества. Это придает волокну поперечную исчерченность, с чем и связано название мышцы. Исследование подобного мышечного волокна при помощи поляризованного света обнаруживает, что более темные участки являются анизотропными и обладают свойством двойного лучепреломления, тогда как более светлые участки являются изотропными. Коллагеновые волокна сплошь анизотропны. Оптическая ось их расположена вдоль оси волокна. Мицеллы в мякотной оболочке нейрофибрил также анизотропны, но оптические оси их расположены в радиальных направлениях. Для исследования этих структур в гистологии применяется поляризованный свет, который имеет особенность обнаруживать более подробно структуру волокон. Поляризационный микроскоп
имеют такое же устройство, как и обычный световой микроскоп, но снабжен двумя поляризаторами. Один расположен под предметным столиком перед конденсатором и служит поляризатором. Второй – в трубке между объективом и окуляром и служит анализатором. Предметный столик вращается вокруг продольной оси микроскопа на 360 градусов. Если в поляризованный микроскоп установлены наскрещенные поляризаторы, то есть на максимальное затемнение поля зрения поместить препарат с изотропной структурой, то поле зрения останется темным. В случае, когда между поляризатором и анализатором в микроскопе помещается препарат с анизотропными структурами, то свет, прошедший поляризатор, будет в них двояко преломляться. В связи с этим он не полностью гасится анализатором, и соответствующие структуры появятся просветленными на фоне темного изображения. Степень просветления зависит от углов, которые составляют оптические оси структур с главными плоскостями поляризатора и анализатора при вращении столика с препаратом на 360 градусов. Одни и те же элементы 4 раза просветляются и 4 раза затемняются. Это помогает установить ориентировку этих элементов в общей структуре препарата. В частности, миофибрилы число до 2000 в одном волокне занимают основную часть волокна. Их длина равна длине волокна, диаметр до 2 микрон. В каждой миофибриле при световой микроскопии обнаруживается исчерченность, чередование светлых и темных дисков. В поляризованном свете темные диски имеют двойное лучепреломление, и поэтому темные диски называются анизотропными или А-дисками. Светлые диски не имеют двойного лучепреломления и называются изотропными или I-дисками. Поляризационная микроскопия. Еще одним методом оптических исследований с использованием поляризованного света является метод определения концентрации веществ. В основе приборов, используемых для исследования в поляризованном свете, лежит система из расположенных вдоль направления распространения света поляризатора и анализатора, между которыми помещается исследуемый объект. При прохождении поляризованного света через некоторые кристаллические вещества или растворы плоскость его колебаний постепенно вращается, поворачивается на некоторый угол. Это явление называется вращением плоскости колебаний поляризованного света. Вещества, обладающие этим свойством, называют оптически активными. К ним относятся, в частности, минералы, а также ряд органических веществ – сахара, кислоты, алкалоиды. Свойство вращать плоскость колебаний поляризованного света может быть вызвано в некоторых веществах действием магнитного поля, направление которого совпадает с направлением распространения света. Это явление было открыто Фарадеем. Определение направления и величины угла вращения плоскости колебаний поляризованного света применяется при качественном и количественном анализе различных веществ. Этот метод называется поляриметрией. В частности, метод измерения концентрации сахара в растворах называется сахарометрией. Угол вращения для растворов при прочих равных условиях прямо пропорционален концентрации вещества. Это используется для определения концентрации растворов различных видов сахара, глюкозы. Метод широко применяется в клинических лабораториях для определения сахара в моче. Вращение плоскости колебаний поляризованного света растворами различных веществ характеризуется углом удельного вращения. Применяемый прибор называется сахарометром.
Сахариметр включает источник света, объектив, поляризатор, кювету с исследуемым раствором, анализатор и зрительную трубу, содержащую линзы для наблюдения. Перед началом измерения устанавливают анализатор таким образом, чтобы его главная плоскость была перпендикулярна главной плоскости поляризатора. Поэтому в отсутствие исследуемого раствора глаз не регистрирует света в зрительной трубе. Анализатор гасит поляризатором луч света. Если теперь на пути поляризованного луча установить кювету с оптически активным веществом, то в результате вращения плоскости поляризации анализатор не сможет погасить поляризованный луч. Для того, чтобы глаз опять не обнаружил свет, анализатор требуется повернуть на угол, равный углу вращения плоскости поляризованного света веществом. Определив по шкале прибора угол поворота и зная удельный угол вращения данного вещества, можно определить неизвестную искомую концентрацию вещества. Таким образом, физические модели и методы количественно определяют параметры оптического излучения. Физические модели и методы объективно оценивают механизмы взаимодействия оптического излучения с веществами. Физические оптические методы и оборудование объективно оценивают параметры состояния биологических объектов и позволяют проводить неинвазивную диагностику внутренних структур организма. Рекомендации по информационным источникам следующие, как основные, дополнительные и интернет-ресурс. Лекция окончена. Спасибо за внимание.
Спасибо.